привет! Сегодня я решила приготовить французскую меренгу. В их приготовлении я буду использовать красители пастельных тонов и посмотрим, какими они у меня получатся. Поехали! Для приготовления меренги нам понадобятся белки от 3 куриных яиц средних размеров, 200 мг сахарной пудры и 1 чайная ложка лимонного сока. Лимонный сок отправляю к белкам. И взобью сначала на маленьких оборотах, затем увеличиваю скорость миксера. Дальше добавляю к белкам постепенно по 1 чайной ложке сахарную пудру. И взбиваю на большой скорости миксера. Когда ложечка сахарной пудры полностью растворилась, добавляю следующую ложечку сахарной пудры. Вот моя меренга готова. Она очень плотная, глянцевая, хорошо держит форму. Вот я переворачиваю мисочку, меренга держится уверенно. Меренгу делю на 3 части и окрашиваю в пастельные тона голубого, розового и желтого цветов. Далее по лопаточке с каждого цвета меренги поочередно располагаю в кулинарном мешочке. Вот такой красивый цветочный мешочек меренги я собрала. Теперь отсаживаю меренгу на бумагу для выпечки. Аккуратно вставляю палочки для кейк-попсов. В свободных местах на бумаге для выпечки я отсажу маленькие безешки в виде капельки. Отправляем меренгу на 2 часа в духовку при температуре 70 градусов. Друзья, вот и готова моя меренга. Смотрите, как просто она отделяется от пергамента. Совсем не прилипла. Она получилась очень нежных пастельных тонов и глянцевой, именно такой, как я хотела. Она преподносит радостное и праздничное настроение. Такое чувство, что она прямиком из радуги. Готовьте с удовольствием такую радужную меренгу. Всем спасибо за просмотр. До следующих видео!